Ну что, друзья, вот он парк, вот он океан. Что мы знаем про морских слонов? Морские слоны, друзья, бывают мальчики и девочки. Male или female. Надо сказать, что действительно для того, чтобы, как это называется, произвести потомство, они должны иногда встретиться. Но это происходит не часто. Встречаются они вот в основном в декабре, январе, феврале, делают потомство, а дальше в эти места они попадают в основном по поводу полинять и отдохнуть, переварить то, чего они нажрали за несколько месяцев в разных местах. Девочки в одном месте наедают, мальчики в другом месте наедают. Надо сказать, друзья, что вот этот кустарник на редкость здорово пахнет. Такой дикий, такой природный запах. Тут еще очень много растет дикой малины. Вот так, когда ходишь вдоль. И вот, а мы туда идем, вот по этой желтой, усыпанной песком дороге. И чувствую себя, как вот девочка Элли, идущая в изумрудный город к волшебнику Гудвину. Ну что, друзья, красота! Смотрите, что творится-то. Деревце, вот это, тогда и деревца. Красивое деревце, вообще все красивое здесь. Тут тропа еще вниз идет, кто хочет так вот спуститься туда на пляж, видите, там пляж внизу. Вот, собственно, тут желающие нашлись, волонтеры, так сказать, движутся туда на пляж, там красиво. Дорога, усыпанная песком, превратилась просто в дюну такую. Дюну. Вот как в песне. Если б был море пива, я б дельфином был красивым. Вот, а мы пойдем не к дельфинам, а к морским слонам. Слонам. Идем. Мы, друзья, разговариваем с волонтером. So we're here to see the elephant seals. This is the male elephant seal and the female. So these are female elephant seals right here. Yes. This is one and this one. So boys are somewhere. Oh, the boys. Here, not here. Yeah, they're not here. The boys are in Alaska. Okay. They like to eat off the Aleutian Islands. Okay. So they make the trip twice a year to Ananarivo. One time for breeding. So American seals like Russian fish. They do. Aleutian, yes. Okay. They like anything. They only fish off the bottom of the ocean. Okay. And so it's only fish that have cartilage, not bones. Oh. Okay. So they like squid. They like hagfish. Like the rays, bat rays, and halibut. So they suck fish. I like halibut.